Здравствуйте. Вас приветствует компания «Батискаф». Меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре маска от итальянской компании «Grace Sub». Называется эта маска «Sky». Выглядит она вот таким вот образом. Это одностекольная маска, которая имеет одно сплошное стекло. Такой вот интересной формы. Мягкий гипоаллергенный силикон. Пластиковая рама. Покажу ее изнутри. Не очень большое подмасочное пространство. Маску можно использовать как для снорклинга, так и для дайвинга. Двойная обтюрация. Сделана маска в Италии. Проверим, как ложится на лицо. На большое лицо не подойдет, сразу вам скажу. Но на меня ложится просто шикарно. Зажимать удобно, в переносицу ничего не давит. Обзор неплохой. По бокам буквально вижу я вот эти два момента. И в принципе все. Крепление. Нормальная себе регулировочка. Давайте еще попробуем. Если так вот аккуратненько, все хорошо получается. Прорезиненное крепление, которые не будут отламываться. Прозрачный силикон. Маска поставляется вот в таком вот, такой вот не пластиковой, а картонной коробочке. Имеется в разных цветах. Показывал я вам синий вариант, есть еще вот такая желтая, есть еще маска, которая такого прозрачно-синего цвета. Мы называем его аквамарин. Так что, кому интересно, всех ждем в магазине «Батискаф». А также подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте свои лайки и комментарии. До свидания.